Здравствуйте, приветствую вас на канале Ольга Санторо. С вами, как всегда, Ольга, и тема нашего расклада сегодня «Мужчина о вас». Кто о вас думает, кто к вам чувства имеет и кто о вас говорит. Итак, мои дорогие, давайте посмотрим, что за мужчина не выпускает вас из своей головы, из своих мыслей. Кто о вас много думает, давайте посмотрим. Итак, давайте для начала мужчина. Посмотрим. Он сейчас мужчина, который о вас думает и который о вас говорит. Что это за человек? Что это за мужчина? Интересная ситуация. Вы знаете, что? Да. О, мужчина о вас очень много думает. Очень много. У него прямо на вас счет большие планы, большие грандиозные интересы по отношению к вам. Это человек очень такой авторитетный. На сегодняшний день между вами очень такое, возможно, где-то поверхностное общение. Это может быть новое знакомство, это может быть человек, с которым вы сталкиваетесь по делам, но ваше общение, оно какое-то вот сейчас, возможно, немножечко скомканное, скованное, скудное. Но мужчина о вас думает, и вы знаете, он для себя отмечает, что вот, не просто увидел, да, и как-то вот для себя отмечает, что вы красивая девушка, а вот уже думает о вас достаточно часто, очень даже много, и задается тем вопросом, зачем насталкивает жизнь, зачем мне показывает эту девушку, да, она мне интересна, но мне почему-то, вот ему с вами немножечко сложно, я вижу, что здесь даже могут подмешиваться уже и чувства. На сегодняшний день это может быть действительно новое знакомство, какой-то новый человек, и вы пока что узнаете друг друга. Но я вижу, что этот мужчина, он хочет как-то углубляться, он хочет развивать с вами отношения, развивать с вами общение. Он авторитетный, он очень даже, знаете, на первый взгляд он вам может показаться, вот как малознакомый мне прямо идет, вот малознакомый мужчина. Вот вы его не так хорошо знаете. Хоть, возможно, где-то по работе с ним достаточно часто встречаетесь, пересекаетесь с этим мужчиной. Или где-то в компании он вас видит, когда вы отдыхаете, где-то с девочками, с подружками, да. Он вас где-то вот подметил конкретно. Ну, хорошо, давайте посмотрим больше на него, вот на этого мужчину. Ой, луна, девочки. Вот сейчас состояние бежать со всех ног к ней или бежать в лес, да, прятать свои чувства. Он сейчас прямо за вами интересуется, назовем это так. У него очень даже романтичные планы насчет вас, но сейчас это прямо вот луна. Тайна. Отношения в тайне. Какая-то, знаете, чувство в тайне. И да, сейчас, знаете, как собака и волк, бежать по первому зову к ней или все же бежать в лес, спрятать свои чувства, никому не рассказывать. Ну хорошо, давайте посмотрим еще. И вот он отпустил все на время, да? То есть время покажет, судьба покажет, жизнь покажет, как оно будет дальше. Но вот вы его заинтересовали. Возможно, это даже было одно какое-то пересечение или несколько. Но я вижу, что вы прям заинтересовали очень этого человека. Вы очень ему понравились. И где-то он прямо, знаете, вот мыслей много о вас. Но здесь я прямо вижу, да, вот некое, я не назову это сомнение. Что-то есть, знаете, как вот вы свою, знаете, как ниточка образовалась. Но вот сейчас, знаете, как время рассудит, время покажет, если столкнет нас еще жизнь, да, если это как-то вот сложится ситуация. Но вы знаете, здесь прямо, знаете, из пажа в рыцари, то есть определенный рост, да, интереса по отношению к вам. И хоть на сегодняшний день вам, возможно, хотелось бы какого-то интенсивного проявления со стороны этого человека, вот я вижу, что он в каком-то вопросе, да, это к лучшему, да, или это, да, терзать мне сердце. А я вам скажу, что человек очень интересный, очень такой добросердечный, отзывчивый. Хоть в профессиональной сфере может показаться вам очень таким холодным, расчетливым, где-то вот как-то колючим, да, вот каким-то вот таким, серьезным. Но это лишь от того, что вы мало знаете этого человека. На самом деле, этот, знаете, какой-то процесс уже запущен. Интереса к вам однозначно. Ну, давайте посмотрим.
Давайте посмотрим. Вот красивая вы женщина. Я вам скажу, что да, и фигура ваша нравится, и внешность ваша нравится. Но здесь я вижу, что здесь как человек вас видел. Вас видел, и очень вероятно, прямо это реальная жизнь, и, возможно, даже такие пересечения достаточно частые у вас с этим человеком. И он как-то для себя всегда отмечает, ну, вы классная женщина, очень привлекательная, и думает он о вас очень много. Ну, хорошо, покажи нам еще, да, этого мужчину именно, какой он? Какой он? Ну, боевой парень. Вы знаете, за свое постоит, никому не отдаст и очень где-то знает, чего уже по жизни хочет. На сегодняшний день, вы знаете, да, действительно, возможно, по семерочке жезлов уже имеет какой-то определенный вес, авторитет, он где-то продвинулся, достиг определенного успеха, но вот, знаете, жизнь не балует. Я вижу, что он все время находится в какой-то конкуренции, в какой-то вот борьбе. Вообще-то человек такой отстаивает свой интерес и достаточно сильный. Свою силу он проявляет, он ее показывает. Вообще-то мужчина очень уверен. И он смело смотрит вот правде в глаза, страху в глаза, какой-то вот, знаете, настоящей истинной ситуации на сегодняшний день. И вы знаете, что да, здесь карта показала, что он может вас ревновать. Как-то где-то его даже и задевает. Мысли о том, что на вас кто-то смотрит, что вами кто-то увлечен. Ну, вот такая вот ситуация. Ну, называть это тайный поклонник. Ну, давайте спросим, является ли этот мужчина вашим тайным поклонником? О, шестерочка кубков. Очень даже. Он много о вас думает, да, и здесь у нас вышла семерка кубков, и здесь как-то вспоминает вашу какую-то встречу, крайнюю, скажем так, ваше последнее какое-то столкновение, общение с ним. У вас здесь может проходить ситуация, что вы в какой-то переписке с этим человеком, и где-то он, знаете, как в размышлениях, что из этого получится, да, и как время рассудит, возможно. Но больше мне проходит, что это прямо человек из вашего окружения. И да, где-то он даже очень так по вечерам, со сладкими мыслями, засыпая, думает о вас, да. Ну хорошо. Покажи еще. Да, у вас очень такое пересечение, вы как находитесь, возможно, в одном пространстве, в одном окружении. Ну, здесь может проходить, что где-то он вас видел, вы где-то отдыхали, где-то гуляли, где-то вот развлекались, или же на работе, да, но однозначно вы были в каком-то активности какой-то определенной. Здесь даже может проходить, что вы с этим человеком непосредственно в одном офисе работаете где-то или учитесь вместе. То есть это человек непосредственно из вашего окружения. И вот я вижу, что вы ему очень-очень нравитесь. Вот такая, знаете, прекрасная фея. Ну, давайте посмотрим еще. Ой, девочки, здесь он, конечно, ну, как-то серьезно обдумывает тот вопрос, что ну вот как-то мысли о вас не отпускают, и здесь пора действовать, пока вот ему дорогу не перешли. Но здесь, конечно, может быть ситуация не так проста, как мы вот, да, хотели бы. Здесь может проходить момент, что вы не свободны, да, есть какие-то поклонники, ухажеры, возможно, любимый человек есть у вас, а этот мужчина, он тайный поклонник ваш. И он буквально, знаете, завис в этом, в желании, знаете, как бы время поможет разобраться в этой ситуации. Сказать, что он не смел, абсолютно нет. Где-то очень взвешен. И я вам скажу, что действия от этого человека будут, и они будут очень осознанными, очень правильными. Ну хорошо, давайте посмотрим, вы как воспринимаете этого мужчину. Как вы воспринимаете этого человека? О, шестерочка жезлов. Отлично. Он так, он вам заметен. Вы его прямо на первый план. Очень вероятно, что он абсолютно не находится где-то, знаете, в какой-то непонятках, да. То есть вы для себя очень даже отмечаете, что это интересный, что это такой мужчина-победитель. Вы на него обращаете внимание и очень даже им заинтересованы. Я вижу, что этот человек вас интересует, да. Да, ой, да, некий вы видите его таким талантливым, таким человеком, который очень рассудительно, правильно действует, и очень вероятно, хотели бы от него вот шагов, да, хотели бы от него действий. Но вы готовы дать ему шанс,
Да, и старший аркан Солнца показывает, что у вас будет такая возможность, дать ему шанс. Проявления от этого человека будут, и, возможно, вам хотелось бы некого прояснения. Это симпатия, это что-то больше, да, что там вообще происходит за этой луной. Но я вам скажу, что у вас будет повод дать этому человеку шанс, то есть от него проявления однозначно будут. Вы знаете, этот человек очень где-то на сегодняшний день. Ну, давайте вот будем спрашивать. На сегодняшний день этот мужчина, как он вот осознает свои чувства к вам? Осознает ли он? У него планы на вас, да. Планы на вас как-то не только говорить, но и действовать. Ух ты, девочка, десяточка динариев, как вам нравится? Вот планы мужчины на вас, смотрите. Да, планы действительно есть на какое-то приятное времяпрепровождение. И вы знаете, как-то вот он готов, он очень даже где-то разобрался уже в своих мыслях. И вы знаете, когда этот человек начнет действовать, он вам действительно может предложить и десятку пентаклей, и туз кубков, то есть и любовь, и серьезные отношения. Оно здесь есть. Вы знаете, я вот, конечно, вижу, что этот человек как-то деловой, прорывной, амбициозный. И очень вероятно в своей жизни где-то приоритет ставил что-то материальное. Давайте посмотрим, так ли оно. Ну, по девятке кубков, комфорт, да, ставил в приоритет определенный комфорт. И на сегодняшний день имеет достаточно много, он доволен своей жизнью, у него многое получается, и есть сила выстоять какой-то конкуренции, выдержать определенный удар. Но вот ему не хватает любви, ему не хватает искренних чувств, ему не хватает настоящего, да. И вот он, я вижу, очень даже видит вас, ту женщину, которая вот эти настоящие чувства в его жизнь может внести. Нужен ли он вам? Да, задается он таким вопросом. Вот смотрите, какая ситуация здесь у нас вышла. Этот человек понимает, что вы та женщина, которая вот в неком новом шаге, в новом, в развитии ваших отношений принесет в его жизни счастье. Да, вы та женщина, которая несет счастье. И у него вот много есть, да, он достаточно хорошо себя чувствует, но вот для счастья ему нужно сделать шаг навстречу вам. И очень вероятно, знаете, что как-то он видит этот путь очень даже таким и непростым. Но шаги будут однозначно, и я вам даже скажу, очень где-то осторожные и правильные. И предложение вам какое-то поступит. А вот вы уже примете или откажете, да, это уже ваше, конечно, решение. Потому что вижу, что вы-то с мечом наготове. Если что не так, да, вы в готовности вот этот мост разрушить одним движением. И вообще, да, перекрыть этому человеку дорогу. Почему? Почему, вы знаете, он видит это все так остро? Возможно, действительно, да, есть некие нюансы, есть какие-то личности, люди. Ну вот я вижу, что этот мужчина видит с вами перспективу. Ой, ну давайте я вот прямо хочу спросить, что между вами сейчас стоит, да? Что мешает вообще вот как-то вашим отношениям? А что стоит, девочки? Да я вижу, что вы очень такая женщина востребованная, очень интересная. Очень нравитесь вы мужчинам, выбор у вас шикарный, я вам сразу скажу. Если даже на сегодняшний день вы как-то немножечко, знаете, жизнь немножечко вот как-то притихла, да, личная, это всего лишь, это такое, знаете, это мимолетное явление, потому что вот предостаточно мужчин, но вот что стоит между вами? Девочки, не вышло женщины, чтобы стояла между вами. Если даже, например, вы знаете, что человек как-то, возможно, сейчас в неких отношениях находится, я не вижу, чтобы эта женщина могла встать между вами. Здесь наоборот встает мужчина между вами. Возможно, вы в отношениях, или кто-то вот-вот ворвется в ваше пространство и станет вот этим препятствием. То есть вам идет новое знакомство, если вы сейчас одна. Если вы в отношениях, то да, ваш партнер стоит между вами, чтобы вы вот как-то вот отношения завязали. Если вы сейчас одна, но на выборе, да, я вижу, что такой мужчина появится. В любом случае, я вам скажу, что этот мужчина считает, что у вас очень большой выбор, что очень много мужского интереса вокруг вас,
Это говорит о том, что очень вероятно, что есть общение некое, да, между мужчинами. Вы этого не замечаете, а он, когда идет вам навстречу, он очень хорошо видит, как на вас обращают внимание мужчины, как они смотрят вам вслед, вообще вот как мужчины на вас реагируют. И он отмечает, да, что вы чрезвычайно интересная женщина. И когда вы появляетесь вот в поле зрения мужчин, вот буквально идет земля из-под ног. Вы такая вот стихия, да, женщина, которая меняет направление взглядов, да, вы меняете направление взглядов, эффектная женщина, и добиться вас, вот это стоит определенных усилий. Я вижу, что на сегодняшний день у этого мужчины, у него есть возможность действовать по отношению к вам, и у него есть, возможно, какие-то контакты ваши, или вообще вот вы с ним пересекаетесь, и у него есть возможность прямо вот как вывести ваше общение на любовную, скажем так, на любовную дорожку, да, но пока что он как-то, ну вот я вижу, есть какая-то, как сложно вижу, да, сложно это сделать, возможно. Но я вам скажу, что да, у меня вот здесь такое, знаете, замешательство вот в человеке. С одной стороны, вы ему очень нравитесь, с другой стороны, он злится от того, что он не может контролировать свои чувства, от того, что вот ему, да, он может завязать отношения с другой женщиной, как-то вот легко в них войти, как-то вот их, вот, да, он интересный мужчина, но вот на вас зациклился буквально зациклился, мысли вокруг вас кружат. И да, на сегодняшний день это тайный поклонник, но не так уж он тайный, да, потому что вы прекрасно замечаете его чувства, его интерес в отношении к вам. Но вот что дальше, это выбор за вами. Тем более, что я вижу, что вам светит какое-то классное знакомство с очень интересным мужчиной. И выбор вам будет, а ему дорога все-таки усложняется. Если он будет еще дальше, да, где-то там, знаете, все время отвлекать себя какими-то делами, он может опоздать. Но я вот здесь прямо хочу спросить, если ты ее упустишь все-таки, как ты это прочувствуешь, если этот мужчина вас все-таки упустит? Потому что здесь прямо проходит момент, что есть риск, что он останется один, потому что появится другой мужчина и усложнит ему задачу. И некие шансы уйдут, уплывут. Итак, если ты все-таки эту женщину упустишь, что, как ты на это среагируешь? Ну, девочки, это прямо падение, да? Падение. Не хотелось бы сорваться, да? Как ты на это реагируешь? Ну что ж, хочу отметить тот момент, что этот человек как-то действительно осознает тогда, как, насколько вы ему были нужны, да, насколько вы ему нужны вообще. То есть некая конкуренция, некая ревность, она его, конечно, подхлестнет действовать очень даже активно. И потому, вы знаете, да, вы можете оказаться в ситуации, когда вот, например, на сегодняшний день вот нет каких-то четких проявлений, да, а вот появится кто-то, и он начнет очень активно действовать, как бы в страхе, что сорвется, да, в страхе, что упустит вас, императрицу, супер-классную женщину, к которой действительно есть очень сильное притяжение, и по справедливости нужна мне, да, вот то, что мне надо. То есть, я вам скажу так, ну, вот такая вот завязочка, да, вот такая вот завязочка у нас. То есть ревность его подхлестнет, а вам новое знакомство и выбор. Ну, давайте будем смотреть дальше. Давайте посмотрим. Итак, вот этот мужчина, да, на которого мы смотрим, который сейчас ваш тайный поклонник. А давайте мы посмотрим, что он о вас думает. Здесь прямо, знаете, девочки, давайте возьмем вот эту колоду. Да, ковырнем все это. Что ты о ней думаешь сейчас? Покажи. Ой, боже ж ты мой. Нравитесь, да, действительно, шикарная женщина. Вот такую бы в объятиях, такую бы на руках носил. Огонь женщина, просто супер. Вот вы знаете, действительно, думает о действиях своих по отношению к вам. О том, какая вы сексуальная, о том, как вы его влечете и как вы ему нравитесь. Да, хочу вот ее прямо присвоить, вы знаете, хочет прямо, чтобы вот
моя и все. Ну, давайте посмотрим еще. Резко, остро он у вас воспринимает, и много таких острых мыслей о вас. Острота чувств, острота эмоций. Интересная очень женщина. И вместе с тем, знаете, вот какая-то неприступность у вас чувствуется. У него есть ощущение, что да, сейчас у него есть шанс действовать, но у него только одна попытка. То есть вас он воспринимает очень такой женщиной требовательной и определенно разобравшейся в своей жизни, которая не плутает там в каких-то иллюзиях, которая вот четко знает, чего она хочет. И не факт, что его. Не факт, что вот вы ему нравитесь, и вот от этого вы прямо от счастья прыгаете. То есть где-то он остро ощущает, знаете, желание прямо быть с вами. Хочется ему быть с вами рядом. Девочки, здесь прямо, если вы работаете где-то вместе, рядом, здесь просто караул. Здесь просто караул. Каждый ваш шаг — это просто как лезвием ножа по сердцу. Давайте посмотрим. Он за вами наблюдает, действительно. Есть момент наблюдения, есть момент, знаете, такого немножечко даже и самообмана. Но когда он с вами пересекается, вот его мысли, они просто уходят, убегают, ускользают. Вот бы в моих объятиях оказалось, да? И вот он с вами говорит, а думает совсем другое. Совсем у него другие мысли там. Более того, я вам скажу, что некая симпатия этого человека замечают люди окружающие. И очень вероятно, даже где-то говорят об этом, да? Где-то об этом говорят. Что он о вас думает? Что он о вас думает? Вот эта женщина прямо, ну, в огонь идешь. Ну, идешь в огонь. Вот сказать, что легко, просто нет. Нет, нет, нет. Где-то, знаете, очень где-то все прямо на мечах. Все прямо на мечах. Мне прямо проходит какая-то вот какое-то негодование. Где-то, вы знаете, все-таки этот человек привык получать желаемое. Привык получать то, что он хочет, то, что, знаете, то, что ему нравится. А с вами как-то вот сложно. Почему вы как будто бы настороже все время? И, возможно, избегаете его. И, возможно, да, как-то вот ускользаете. Не даете ему возможности перевести разговор на какие-то игры, да. То есть, если это деловая встреча, значит, это деловая встреча. Если это какое-то вот... В общем, общение, да, вот есть тот момент, что вот не могу к ней подобраться, не могу за что-то зацепиться. Вот все-таки, если женщина ведет себя как-то развязно, так скажем, легкомысленно, с ней очень легко, да, вот как-то подобраться к ней, да, и все, да, и все как-то легко. А с вами, знаете, это все-таки определенная вершина. Но вместе с тем ваше поведение заставляет его задуматься. И заставляет, знаете, вот ваша ценность в его глазах, она растет. Вы как женщина, вот вы просто вот поднимаетесь выше, выше и выше. Он о вас очень хорошего мнения, в общем. Но сейчас он как-то злится. Злится, что вы как будто бы готовы к каждому его придуманному шагу. Здесь, конечно, я вам скажу, да, человек непростой. Человек очень такой непростой. Но вы знаете, что он привык как-то расчетливо действовать вообще по жизни. Но это ему мешает в отношениях, это ему мешает в чувствах. Ну, давайте посмотрим еще. Что ты думаешь о ней? Что ты о ней думаешь? Ну, вы знаете, вы прям на высоте, да. Какая-то... Вы знаете, здесь идет ситуация, вы прямо как с чистой воды. А у вас очень хорошего мнения вообще мужчины, этот человек. Да, есть момент конкуренции, вы нравитесь мужчинам. Какие-то планы он строит богатые на вас. Очень вероятно, куда-то вас пригласить или воспользоваться каким-то праздником, да, чтобы вот прямо к вам проявляться. Да, на сегодняшний день очень вероятно, что между вами интрига, но она все-таки вот... Ну, с одной стороны, этот человек действительно попал в ваши сети, и как бы он ни считал, что он на сегодняшний день очень так управляет ситуацией, это не так. По сути, я вижу, что все-таки будет так, как вы хотите. И если вы хотите, чтобы этот мужчина был с вами, он с вами будет.
Но у вас выбор есть. Вот даже здесь верховная жрица, она на выборе, она на лезвии ножа. Она очень хорошо видит, что темное, что белое, да. И очень хорошо вы и этого человека считываете. И считываете его как и хорошие качества, так и некие, да, нюансы, которые вас настораживают. Очень где-то бдительный, действительно, и рассудительный. И свое время цените, не желая распылять его на абы кого. Хоть этот мужчина вас и интересует, и вы отмечаете для себя, что да, есть в нем много классных качеств, но мой ли это человек? Вот это вопрос. Почему? Мало того, какой он, важно, как он к вам, да, как он к вам относится, какой ты на самом деле, без дорогих часов, без машины, без дорогого костюма, какой ты по душе для меня ли ты человек? И здесь, конечно, он это чувствует, да, чувствует какую-то вашу мощь самую настоящую. Ну хорошо, давайте посмотрим еще. Ваша внешность, да, ваша внешность, посмотрим, как он видит вас, как женщину, внешне. Ой, прямо ладненькая, знаете, все прямо вышла троечка пентаклей. Это ситуация, когда вот в женщине есть все, да, талантливая и такая вот все правильно в ней, правильные формы. Вот ему нравится, вы в его вкусе. Да, и вы знаете, что вот эта карта, она показывает, это женщина, с которой классно выйти в общество, с которой классно поговорить, пообщаться наедине и в сексуальном плане, ну, то есть у вас есть все. И некий момент интереса, да, за обостренный интерес по отношению к вам. Фу, девочки, рыцарь кубков, да вы ему не то, что здесь есть чувства. Здесь есть чувство, и если здесь он где-то в каком-то замешательстве, да, что это со мной происходит, она просто красивая женщина, и я как, да, мужчина просто пал жертвой ее чар, или это настоящие чувства, да, то здесь мы уже видим, что чувство есть. Что чувство есть, и где-то вот действительно вот это строгое, да, размышление, оно уже уходит, и ну прям... Ну, прям нравитесь, ну, прям цветочек, розочка, прямо, ну, такая женщина, ну, вообще. И действительно, у его утягивают чувства, девочки, его чувства утягивают. Ваша внешность, ну, императрица, да? Нам уже выходила эта ситуация, что он вас оценивает очень высоко, женственная. Хорошенькая, да, и не имеет даже особого значения, во что одета. Но я вам скажу, что стиль, конечно, вот ваш облик, ваш образ, ну, ему очень сильно нравится. Вот красивая женщина, ваши волосы, вообще ваша фигура, вот все как-то ладненько, да, все прямо в ней правильно. И милый, милый очень человек. Где-то я вам скажу, что здесь проходит очень ситуация, что вы удивляете, что вы превысили его какие-то ожидания, что его чувства превысили его ожидания, и что вы вот действительно женщина достойна короны, достойна трона, достойна самого лучшего отношения и самых лучших вообще чувств. То есть, да, я вам скажу, что мужчина прямо вот чем больше вас узнает, тем лучше вот у него вообще вот обворожительная женщина, очень классная. Ну, давайте посмотрим еще. Ух ты, девочки, десяточка пентаклей. Действительно, человек понимает, что такой женщине нужно предлагать серьезные отношения. Что на таких женятся, девочки, на таких женятся, да, и вот как бы вот эту птичку, да, поймать. Действительно думает о том, что вы нравитесь очень многим, и вот этих, знаете, воробьев вокруг вас хватает, выбора вокруг вас хватает, а вы не особо спешите, да, как бы тянетесь к золотому яблочку, желаете чего-то лучшего, и здесь вопрос, достоин ли он, да, и даст ли он вам вот это лучшее, потому что вот здесь прямо четкое осознание, что эта женщина ждет лучшего в своей жизни. Желает лучшего в своей жизни. Ты можешь приложить лучше, чем у нее сейчас есть? Ну, тогда милости просим, да? А нет, тогда, ну вот со своим, да, багажом как-то вот разбирайся. Ну, вот так вот. Ну, хорошо. Давайте посмотрим, а ваш характер? Потому что явно идет, что вероятность очень большая, что этот человек прямо непосредственно хорошо вас знает уже на сегодняшний день.
Ну, давайте посмотрим. Ваш характер, как он его видит, как он вас воспринимает. Ох ты, девочки мои. Вот, характер. Девятка мечей, пятерка мечей. Вы острая на язык. Вы очень так строги с мужчинами. Вы умеете как-то держать определенную дистанцию. Я вам скажу, что да. Здесь идет ситуация, что если с хорошим посылом, вы как-то принимаете, да? А вот каких-то хитростей, мужчин с хитростями, вы прямо отсекаете, вы как видите вот это непоползновение в вашу сторону. Да, мечом вы вооружены однозначно. Ваш характер. Ай-яй-яй. Нравится ваш характер, девочки? Очень. Вот знаете, вот по двоечке кубков. Прямо я раб этой женщины. Я прям раб. Девочки, да, я вижу, что если даже у вас на сегодняшний день еще вообще не пойми что, и действительно этот человек как в тайных поклонниках, вот его чувства нарастают и будут нарастать. И вот ему хочется, чтобы вы его любили. Буквально хочется быть вашим рабом любви, да? Быть тем мужчиной, который исполняет все ваши прихоти, все ваши желания. И вот, да, он понимает, что вы та женщина, которая отсекает какую-то неискренность, какую-то манипуляции, да, хитрости. А он здесь умелый в этом, он умелый. И где-то даже, возможно, подсек тот момент, что на вас это не работает, что это вас, наоборот, отталкивает какие-то хитрости вот эти мужские. За вами прямо нужно ухаживать с головой, знаете, не давая пропуску, не давая шанса никому, не пропуская, да, быть всегда в поле вашего зрения. И здесь ваш характер, двойка кубков, король кубков, да, то есть хочу ее любви, хочу, чтобы она меня любила, да. Но женщина очень строга, и вы как-то, знаете, вот прямо не повторяете былых ошибок, не даете каких-то повторных или там шестикратных шансов, да. Вы человек, который прямо стоит на своем. И желает прямо искренности. Ну вот ему это очень нравится. Вот некая строгость в вашем характере прослеживается. И вы открываетесь в чувствах только самому-самому достойному, самому крутому, да, мужчине. Угу. Ну давайте посмотрим еще, да. Что его настораживает, возможно, да, зададим так вопрос. Что его настораживает? Его настораживает тот момент, что он как-то вот застрянет, понимаете? Его настораживает тот момент, что он застрянет вот в этой влюбленности в вас и так и останется в тайных поклонниках. Вот он этого боится. Он боится, что он где-то, вот знаете, попадет в тройку мечей, ненужным будет для вас. Что в мире есть более интересный мужчина для вас, которому вы откроете вот, да, свое сердце. А он так и останется в отшельниках. То есть вот у него есть вот это ощущение, да, что, возможно, он все-таки не в фаворитах. Он все-таки не в фаворе у вас. То есть вы на сегодняшний день предельно держите интригу, и ему вот как-то... Вот есть то осознание, да, что если, ну вот ухаживать, это нужно и вообще со всех сторон окружить и не давать вот проходу ни одному, да, там, конкуренту. Потому что, ну, есть большой риск остаться с разбитым сердцем. Со своей влюбленностью, да, по пажу кубков, остаться в тройке мечей. И, а вы, да, в своем мире, вот в свой мир пустите другого человека, и он останется вот со своими мыслями один на один. Здесь есть, знаете, страх потерять шанс, потерять возможность. Это подхлестывает его. Вот действительно ревность его подхлестывает. И где-то, если сейчас в каких-то разборках, да, я вижу, что чувства его наберут определенных оборотов, и очень даже он будет активно проявляться. Здесь нет, не будет просто так. Давайте посмотрим, да? Давайте посмотрим. Что с ним вообще творится, да? Вот спросим вот так. Что с ним творится вот сейчас? Потому что я вижу, что вот, вот клокочет в нем, да? Какая-то вот истерика внутренняя. Что в нем клокочет? Девятка кубков. Вы знаете, вот что-то взращивал, чего-то добивался, чего-то вот в жизни хотел. А вот сейчас вот как-то остался не с тем, что хотел. Получил не то, что хотел. Вот что с ним сейчас происходит? Двоечка жезлов. Угу.
О, девочки, что с ним происходит? А он действовать хочет. Вот смотрите, на сегодняшний день вроде бы все у него там схвачено и все хорошо. Но вот планы действовать по отношению к вам, они ему не дают покоя. И вот так как сейчас его жуть не устраивает, да? А по рыцарю кубков хочу действовать, хочу проявляться, хочу прямо вот быть в жизни этой женщины непосредственно. Хорошо, хорошо. А как ты хочешь проявляться? Как ты хочешь себя проявить этой женщине? Как, что ты будешь делать, да? Спросим так. Действия этого мужчины, вот действия его, какие будут? Тузу мечей, девочки, ждите прорыва. Здесь прямо принятое решение действовать по отношению к вам. Есть момент интриги, есть момент желания. И вы знаете, вы как вот эта бабочка, да, боится, чтобы вы не упорхнули, чтобы вы случайно, да, вот как-то не оставили его ни с чем. Но вот действовать прямо намерен. Действительно, какая-то вот даже, я бы сказала, резко ситуация между вами изменится, резко изменится. Да, угу. Паш Кубков, это такое, знаете, вот проявление милое, какая-то помощь по отношению к вам. Здесь идет ситуация, знаете, как вот выплескивается чувство. Где-то это будет даже спонтанно и непроизвольно. Но здесь так, знаете, желание все-таки вам показать, что вы ему нравитесь, да? Здесь может быть разговор, общение какая-то вот. Связь, да, налаживать с вами связь. И здесь, знаете, как человек отбрасывает какие-то свои фокусы, снимает шляпу, снимает маску, показывает свои искренние чувства. Как-то резко он это сделает, девочки, резко. Ну, вы четко, даже в ожидании определенном, когда это наконец-то произойдет, да, вот я хочу видеть его истинного, его настоящего. Хоть я бы сказала, что вы очень даже уже на сегодняшний день видите картину ясно и явно, да, ну вот интересно, как оно все завертится, закрутится. Итак, действия со стороны этого человека, где-то долгожданные для вас, где-то даже очень долгожданные. Да, будет много внимания, цветы, очень даже такое проявление любви, снимается какая-то маска, какое-то ограждение, что вот я чего-то там не показываю, да, то есть здесь прямо выплескивается чувство. И по колесу фортуны вы будете поражены, как быстро этот человек начнет действовать, начнет развивать ваши отношения. Даже я вам больше скажу, этот мужчина зайдет намного дальше, чем любой другой мужчина, да, чем другие мужчины, скажем так, в вашей жизни. Он как-то зайдет дальше. Какой-то момент прояснения, да, все-таки вот некие вереница событий будет запущена. Здесь действительно будут очень активные действия. Ну, натоптать к вам дорожку, да, открыть ваше сердце, натоптать к вам дорожку и как-то вот заслужить какой-то определенный шанс на отношения с вами. Но я здесь еще раз повторяю, что здесь вам идет новое знакомство. Вам идет здесь новое знакомство. А давайте посмотрим. Вот это новое знакомство, да? Ахахах, а здесь прямо, знаете, обостряется ситуация, и вы как здесь определенная умеренность, то есть действительно здесь будет два мужчины, как между ними поделить свое внимание, кому отдать предпочтение, то есть вы здесь действительно оказываетесь в определенной дилемме. Много у вас будет мыслей, да, кого отсечь, кого принять, кого любить, кого, да, вот смотрите по королю кубков, кого отсечь, а кого любить. Вот вы будете буквально в какой-то определенной растерянности даже. Я вот хочу посмотреть, будете прямо в растерянности, кому же дать шанс. Но я вижу, что любимого выберете, любимого мужчину. Но сказать, что вот у вас, да, что с одним, что с другим, как-то вот, знаете, серьезная такая формула намечается, серьезное развитие отношений намечается. То есть, кого бы вы ни выбрали, у вас намечается очень серьезное развитие отношений. Итак, хорошо, давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим, а что же вот этот загаданный, да, вот этот наш мужчина, что он о вас говорит, потому что, ну, непосредственно у нас вопрос расклада, что говорит о вас этот человек, с кем говорит и что говорит. Давайте посмотрим. Итак, что этот мужчина о вас говорит? Давайте посмотрим. Говорит ли, с кем и о чем? Итак, говорит
если этот человек о вас говорит. Я вам даже больше скажу, здесь идет какое-то общение с мужчинами. В общем, да, я вам скажу, что этот человек очень вероятно не открывается в своих чувствах, но разговоры о вас идут. И говорит он, и знаете, как говорят мужчины между собой, и он их воспринимает конкурентами. То есть там идет какой-то разговор с мужчинами, я бы даже сказала, что это не один, это, возможно, вот три мужчины, трое они говорят о вас. И говорят о вас как о завидной женщине, как о интересующих их женщин. То есть он их воспринимает как конкурентов. Хорошо, хорошо. Да, да, как конкурентов, которые очень даже не заинтересованы в том, чтобы у него с вами получились отношения, которые, да, сами в ожидании, да, вот что из этого получится. А знают ли они о его чувствах? Давайте посмотрим, знают ли они. Знает или не знает, но вы знаете, это какой-то вот такой интерес, да, по отношению к вам. И там идет какой-то разговор о вас, о том, что о вашей личной жизни, о том, как вы ведете себя вообще в пространстве, как вы себя проявляете, как вы себя демонстрируете, да, какая вы, как вы себя преподносите. И идет момент, что вы интересны, да, то есть там идет разговор, вот смотри, какая, да, куколка, какая хорошенькая, но вот она сложная в отношениях, вот она такая требовательная, да, здесь какая-то полегке не получается, здесь прямо как нужно вырвать ее, да, как вырвать эту женщину из лап других мужчин, да, вот как-то из интереса других мужчин. То есть я вам скажу, что здесь выходит такая ситуация, что он говорит с другими мужчинами о вас, но там все заинтересованы, то есть просто идет разговор о вас как о женщине. Но тот момент, что вот вы ему интересны, нравитесь, он об этом не говорит. То есть там прямо такой разговор с конкурентами прямо проходит, понимаете? Разговор с конкурентами. И там каждый желает победы, и там каждый желает, вот буквально, знаете, как своего результата. Никто не хочет, чтобы у него там с вами получилось все. Хорошо, хорошо, давайте посмотрим еще. И вот он размышляет, да, о том, как бы ему выйти вперед. Ну, я вам вообще скажу, что человек готов что-то оставить позади, чтобы с вами прийти к лучшему, чтобы прийти вот к вам, да, как к лучшему дню, как к лучшей жизни, как к лучшим отношениям в своей жизни. Он, знаете, человек, который, по сути, плохого себе не пожелает, да, и плохого для себя не выберет. Но вас он видит как определенную, очень высокую, да, планку для себя. Очень высокую планку. Ну хорошо, давайте посмотрим еще, о чем же эти мужчины там разговаривают, о чем говорят. О чем они говорят. Ой, вы знаете, о каких-то упущенных шансах, упущенных возможностях. Ну да, на высоте, девушка, на высоте. Прямо идет разговор, знаете, как в ожидании возможности, шанса как-то проявиться. Здесь идет ситуация, что, вот знаете, ай, упустил шанс, упустил возможность где-то. Был рядышком, нужно было взять номер телефона. Знаете, вот какой-то такой разговор между мужчинами. Да, вот высока, вот интерес, как звездочка, любуется вами, любуется вашей внешностью. Скажу вам честно, в этих разговорах не особо говорят о вашей глубине вашей души, о ваших там способностях, эрудиции. Говорят о вашей внешности, о ваших ножках, о ваших волосах и о ваших пухлых губках. Говорят о вашей красоте и о том, что да, вы на высоте, вы такая прямо видная очень девушка и любуется вами. Никто из них, конечно, не знает о ваших печалях, о ваших страхах и переживаниях. Любование просто такое идет, да. И вот как упущенный шанс. Ах, был так близко, да, нужно было воспользоваться шансом. Вот что-то я протормозил. Что-то вот такой вот разговор. А другие и тешатся, да, что ну и хорошо, что ты протормозил, значит шанс открыт для меня. Но все они как-то вот, знаете, на внешность вашу смотрят. А вот этот, да, загаданный, он уже очень даже и глубоко копнул, и очень даже ценит и ваш характер, и ваши внешние данные, и вас как человека, как женщину. Ну хорошо, а давайте я вот здесь спросим, а что им нравится, да? Давайте вот так вот зададим вопрос и возьмем самую каверзную колоду и посмотрим, что им нравится.
Что им нравится этим мужчинам? Четверочка пентаклей. Ну вот действительно есть заинтересованность, которая не проходит, знаете, такая стабильная заинтересованность мужчин. А вы во всеоружии, не особо их и подпускаете к себе. И это нравится, понимаете, вот какая здесь ситуация. Вот с одной стороны как-то тяжело подобраться, а с другой стороны вот не подпускает к себе мужчин. И нравится этим, да, вот то есть ты добьешься, ты будешь победитель, это будет твоя женщина, и она будет только твоей, да. Это будут настоящие чувства. Вот я вам скажу, что видят вас девушку в отношениях очень классную в отношениях. Угу, что нравится. Королева кубков, девочки. И опять вот эта девятка мечей. То есть какой-то глупости не подпускаете, да? Не подпускаете каких-то манипуляций, игр, хитростей, каких-то, знаете, флиртов непонятных, да? Вот вы как бы не допускаете, не подпускаете к себе. Это нравится мужчинам. И вот по королеве кубков, это красота, ваша женственность, очень такая пульсирующая, быдло. И знаете, так влечете за собой, маните. Красивая очень женщина, прямо королева кубков, хорошенькая, хорошенькая, ладненькая, и знаете, вся такая прямо миленькая, очень привлекательная женщина. Итак, мои дорогие, с этим всем разобрались, давайте посмотрим намерения вот этого мужчины, да, который о вас говорит, который о вас думает, чувства к вам имеет, а давайте посмотрим его намерения насчет вас. Вот прямо хочу вот эту колоду взять. Я вижу, что и от него и действия будут, но все же. Намерение этого человека по отношению к вам. Намерение мужчины по колесу фортуны. Он даже, знаете, какого-то не ставит перед собой какой-то цели. Он просто желает с вами отношений, да, вереницы событий. Очень хорошие намерения, девочки, очень хорошие. Хочу, чтобы закрутилось, да, хочу, чтобы закрутилось. Вы знаете, да, желает с вами начала, желает с вами отношений, желает с вами как начать с нуля, да, и вот развивать эти отношения, открыть дверь, получить шанс, получить возможность и стать в вашей жизни императором, стать значимым и важным человеком в вашей жизни. Желает трансформации, потому что действительно есть чувства, и чувства достаточно такие глубокие, которые, да, сейчас еще в таком дремлющем состоянии, но я вижу, что вот эти чувства, они буквально проснутся, они буквально, знаете, как накроют этого человека с головой. Здесь будет от него какое-то сообщение, вот как начало действий, начнет действовать, и вот уже все, да, вот его уже не остановишь. Но у него прям усложнится задача, прямо я вижу, что будет еще кто-то. Итак, давайте возьмем дальше совет для вас вообще по поводу этого человека. Чего ждать в отношениях с ним, да? Вот намерение мы увидели, а теперь давайте посмотрим, чего ждать в отношениях с этим человеком, если вы дадите ему шанс. Если вы дадите ему шанс. Вот я вижу, что из какой-то тишины, да, начинается очень даже активное ухаживание за вами. Чего вам ждать? Ускорение. Много, много внимания в вашу сторону. Много интереса, много энергии, да, вообще страсти в вашу сторону. Этот человек вам желает предложить очень даже много. И сможет предложить очень даже много. Да, чего ждать в этих отношениях? Активности, да, и такого очень даже активного, правильного развития этим отношениям. Они очень даже перспективные, эти отношения, очень даже. И я вижу, что этот человек, он как будет в неком, знаете, завоевать вашу любовь, влюбить вас в себя буквально, завоевать ваши чувства. Вот чего в отношениях с ним ждать? Из какой-то тишины на сегодняшний день человек выйдет. И очень прикладывать будет много усилий, много ресурсов, любви, чувств, желаний будет вкладывать в ваши отношения. Ускорение, да, как много внимания будет вообще в вашу сторону направлено, правильные очень стоящие шаги и активное развитие, да, вот от этого человека ждать. Хорошо, совет вам. Совет вам, потому что у нас там выбор и очень интригующий. Совет вам. Совет вам по поводу этого человека, этого мужчины. Будь справедлива. В первую очередь по отношению к себе. И выбирай то, что тебе по сердцу.
то, чего ты хочешь, и то, что тебе нужно. Будь где-то вот предельно честна сама с собой. И даже не важно, как, знаете, даже не важно, что он, важно, что вы чувствуете. Потому что я вижу здесь, что выбор прямо есть, да, вот выбор есть, и выбор, он такой какой-то значимый вообще по вашей жизни. Да, этот человек может где-то засидеться в своей засаде, в ожидании какого-то подходящего момента, и действительно в вашу жизнь ворвется другой человек, другое интересное знакомство. И здесь прямо вот такая карта, знаете, справедливости. Будь справедлива сама собой, будь честна сама собой. И выбери не то, что удобно, а то, чего хочет твое сердце, то, чего желает твоя душа. И счастье ворвется в твою жизнь обязательно, оно тебя нагонит, догонит и накроет. Вот так вот. Ну все же, давайте посмотрим еще. Совет вам по поводу этого человека. Вы знаете, что вы очень близки к статусу императрицы. Не имеет значения, кого вы выберете, но у вас прямо на носу серьезные отношения. На пороге просто вашей жизни серьезные отношения. И вы прямо переходите в статус императрицы. Я вам скажу, что вот тот человек, которого выберете вы, тот вас и выведет, по сути, в статус императрицы. Очень где-то даже быстро, резко, да? Резко и быстро. Вы знаете, нужный, сильный, мощный партнер, он обязательно в вашу жизнь придет. Вы в шаге от статуса императрицы. Действительно, вы вот-вот войдете в серьезные отношения, которые будут иметь трансформацию, перемену. И вы выходите в статус императрицы как бы в серьезные отношения. Я бы даже сказала, что вы очень близки выйти замуж. Кого выберете, да, с тем и счастья ждите. Вот такой вам совет, да. Здесь даже такой вот момент. Выбор будет тебе ясным, да. Выбор будет однозначным. Ты не будешь находиться в каком-то замешательстве. А выберешь свою истинную счастливую судьбу. Вот такой вот у нас сегодня расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будьте счастливы. И пусть рядом с вами будет настоящий лев. Сильный и мощный защитник мужчина, благородный и честный человек. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я буду очень рада. Всем вам радости, всего самого-самого лучшего. Счастья в личной жизни, смелого и благородного человека рядом. До новых встреч!